Доброе утро всем. Всем привет. А вон как вы поставили. У вас не поместился, а у Томы с отцом прекрасно встал туда. А мы вот сюда посередке поставили. Саша где? К вам пошла. А, она ушла отца в комнате там. Как спали? Нормально. Мы сегодня кондиционер отключали. Потом... Ну, утром только включили. А, нормально спали, да? Да. Хорошо. Ты готовы завтракать? Да. Мы позвоним. Сейчас Матвея уже покормили. Позвоним. Ну, а что? А мы можем сейчас спуститься с вами. А, ну, спускайтесь. Я не знаю, готовы, не готовы все. А, поэтому... Лучше позвоните. Ну хорошо. Мы пойдем завтракать. Прекрасно, он спал везде. Сначала на одном месте, перевалился на другое, а потом садился. Я даже не слышала, как он там упал. А мы так хорошо поставили, да? Что он, да и София тоже везде поспала. Ну, со мной поспала. Потом на другой кровати поспала. Мы сегодня пойдем в другую сторону. Тут на самом деле, где покушать, так на каждом шагу. Ну, надо поискать. Потом спокойно пойдем. Что там? Мама, зачем берете с собой телефон? Мало на море. Почему мало? Вчера, вчера поздно было, уж темнеть начало. Сегодня мама, когда пойдем на море, мы оплатим лежаки. Ну, конечно. Ну. Вообще надо узнать, что когда Тима ездили, мы брали, а у них как там система есть абонемент, да. А что, берешь на несколько дней дешевле получается. Угу. Сегодня эти круги надуем. Женщина это сидела там, не там погода, не пошутила, в 6 утра на море. Но говорит, даже сейчас нету столько Тима, ведь сколько она, говорит, мы так все несколько дней отдыхали, говорит, Тины бы по пояс было, а сегодня вообще чистое море. Ну, хорошо. Да там буквально проходишь 1.5 метра, Тины нету. Да. Ну, там, Сереза, нет, там есть самый главный плюс, что здесь очень мелко, для детей вообще красота. Да, да, да. Дарина, Дарина говорит, я пойду фотографироваться. Шла, 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 шла. Все по колено. Мама, на полморя обошла. Ну, блин, иду, 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 не могу до сада встать. Саша там как лягушка плавала, и я говорю, вообще. Геда, иди, помоги. Что, у нас рюкзак? Да, конечно. Я все равно дышать не могла. Немножко там мазаемся. Потом уже заснулась, но уже вот Тома одета в Сашины вещи. И брю, и шортики, и футболка. С удовольствием носит. Много вещей от Саши осталось. Так, ладненько, пойдем искать. Я согласен. Вот дед сразу заходит. Есть яичница. Мы немножко в другую сторону, я уже говорила, прошли. Девчонки, берите разносы. Салаты разные. А у нас каша какая? Кошки тоже взять. Манная каша. У нас на завтрак у нас есть. Аджма вот такая вот. Омлетик вот такой вот. Омлетик. У нас все, да. И вино натуральное. Ой, смотрите, яйца даже пожаренные. У нас борщи против. Да, у нас такое, что других нет. Это не шина будешь? Да. Все, все, я есть хочу, давайте есть. Я тоже яичницу буду. Яичницу будешь? А, ну хорошо. Все, давайте, давайте, давайте. Мам, мы будем яичницу. Ну хорошо, хорошо. Я себе взяла кипятку. Хорошо. Софико. А я уже понесла один разнос. Сейчас еще принесу. Мы уже, ну, не знаю, должны быть. Она похожа. Посмотри. Мам, тебе это уже. Подожди, чистые макароны унесли? Мама, ну вот там мармеладки стоят. Ну возьми, возьми, иди пока. Я вам дам. София, твои макароны унесли?
Кухня? А, ну хорошо, хорошо. Так что две яичницы. А. Там вот таком оттенке стаканчике стрекоза залетела. Стрекоза залетела? Да, столько счастья. Видите, мой сладкий ребеночек. Нам, две нам. Пожалуйста. Угу, угу. Так, мы пойдем сейчас банданы купим. Ну, сейчас все упадет. Так, ходите осторожно. Смотрите, как машины летают тут. Застряли. Да посади ты его в коляску. Как ты сейчас будешь убирать, мерить? Ну. Дарина, а ты что хотела? Сувенирчик какой-нибудь взять, да? Ты решила меня задавить на смерть. Я еще хотела кепку, но я думаю... Мам, мне тоже нужна бандам вот эту. Ну, иди, скажи Наське, чтобы она купила тебе тоже. Иди. Смотри, мам. Да, милая. Ну, прикольно. Здесь так, а там вот прям магазин. Да, можно купить, Настя. Он в первом попавшемся остановилась. Ой, у нас такие дома где-то валяются. Они маленькие нам. 500 рублей такая. Такая небольшая, надо будет подцепить, короче, надо взять. Они меньше не бывают. Меньше надо закрывать. Я тебе сейчас покажу. Вот. Вот, видишь? Особенно в Краснодаре это. Знаешь, такие типа кошки, квадроты вот так вот. Это ненормально. Это ненормально. Они потом так вот переделаться, они кусаются уже. Некоторые уже кусаются. Кошмар какой. У нас есть девочка Владушка, она прыгает на людей. Это ненормально. Я ей говорю. Она квадроп или тоже? Она год занимается и потом начала прыгать на людей. Девать как кошки ненормально. Ну кому купить? Нет, я пошутила. Че кусаться начнете? Деда, пошли обувь, посмотри. Давай, это у него лопнуло. Пока приехали, лопнуло все. О, зато какой огромный выбор всяких разных. Отцовский, иди сюда. Одеваться за купальниками и за обувью надо сюда ездить, а не в Таре покупать. Классно. Деда, айда. Купили сланцы. Саша, вон, Саша уже одел. Какой? Квадроперы. Ну, это дети, они просто балуются. А там взрослые подростки этой фигней занимаются. Это плохо, конечно. А то, что там Тома с Софией играет, это просто игра в животных. Ничего страшного в этом нет. Ой, сколько сладости всякой разной. Мама, а мы, может, сходим? Не, надо на море идти, все. Матвейка там как раз переоденемся, он как раз там уснет. А мы поплаваем. Мы приехали на море или по рынку ходить? Ну, зависите. Где бандана твоя? Бандана, где, спрашиваю, мы только купили? Она там. Где? Ну ты сейчас всю извозюкаешь по полу. Мы хотим пофотить, поснимать. Где шапка твоя? Не надо мне шапку. У тебя голова светлая? Ну ладно. Более
Обгоришь, будешь знать. Все, мы идем на море. Там полотенце, покрывало, на чем сидеть и лежать будем. Взяли. Я взяла сумку с собой. Деньги. Блин. А у меня пчелка светлая стала. А потому что все это, на солнце выгорает. Нам качают все. И Тома попросила вот такого фламинго. Они нам сейчас надуют. Понравилось. Тут бассейн у нас. Круги дуют, все. Там полотенце. Воды еще купить. Да. Угу. Точно не будешь никакой брать? Дома, возможно. Я бы взяла, вот тут такое. Садишься и плаваешь. Мы его сейчас достанем. Ну, не хочет, ладно. Все, Тома пошла. Вот такой круг стоит 1500, Настя купила. Женя, на рукавнике ты плавать очень плохо умеешь. Мама, не мамкой. Нету глубины вообще. Что за кринж? Иди на рукавник. Дома пойдем. София. София. Внуча, смотри. Томас на рукавниками. Одень. Одень на рукавники, София. Так, пожалуйста. И мы с тобой пойдем купаться. Сейчас Настя придет, она пошла за водой. Будет уже Матвея укладывать, а я пойду с девчонками на море. Отец, ты пойдешь сегодня? Ну все, пойдем. Сейчас спать уже будет. Так, нет, ты оденешь на рукавники. Ну сколько народу. Я сейчас пойду посмотрю море. Смотрю на них, я думаю, пипец. Мои лисицы чисто. Нормальные. Ой, как горячо, горячо. Ой. Горячо, норм. Ой, ноги обжигает прямо. Нам везет. Чуть-чуть совсем. Смотрите, как чисто. Это немножко совсем. Ой, вода теплая. Пойдет. Ага. Все, сейчас пойдем. Вон, видите, куда надо пройти, чтобы и то там не поплаваешь. Вон прям. Все, теперь можешь свободно плавать где хочешь. А без них нельзя. Ох, София вчера ныряла. Мы аж боялись, что наглотается воды. Все, готово. Ну, чуть-чуть совсем. Ты че, вода теплая? Теплее, чем вчера. Руки так сделала. Девчонки дрались за круг. Он у них уплыл. И вот на катере его поймали и требуют 500 рублей за него. Вон Дарина пошла. Я уж говорю, давайте новый купим, 1500 стоит. Девчонки, нет, мама. Бизнес какой делаем. А тут еще один арбузик утонул. Ну его вот на другой просто поймали, привезли и отдали. А с нас 500 рублей потребовал. Вон на том катере. Потому что течение туда. Но потому что не надо было драться за него, за круг, за этот. Там Женька с Даринкой плавали. Потому что ты нас... Она нас там переворачивала. Типа, даже следите, то, что даже с берега улетает, с песка. Да мы там купались. Все, положите его. Положите, не надо, купайтесь так. Ну, если ветер, реально люди купались на вот этом, как его, арбузе вот этот круглый. Ну, он тоже улетел туда. Ну, его же просто привезли и отдали. Мы поймали его. Ну, а с нас 500 рублей потребовали. Мы на катере поймали. На. Не знаю,
Люда, а Настя пошла с Матвеем спать, он тут не смог спать. Вот этот орет тут. И это... Тут ребенок что-то кричал. Короче, Настя ушла в номер с Матвеем спать. Что это так? А, отплывает. Так, все, грейтесь. Можно опять идти купаться. Мама, мы хотели сейчас идти. Видите, мама даже вылазить не хочется. Мне, правда, море вот по колено. Я потому что с детьми плаваю. Ой. Да, ну просто София замерзла уже, говорит, пап, пойдем погреемся, ну пойдем. Я дома, пойдем купаться. Да, согреемся и пойдем купаться. Погреемся, купаться, погреемся. Ну вода теплая, Жень, скажи. Да. Вода теплая, просто сверху ветер дует. Сейчас. Че ты? Я хочу Жене покупаться. Так мы купались целый час, ты тут сидела. Я Жене хочу купаться. Смотри, что мне Саша сделала, все руки мне исцарапала. Я хоть, а не папа, просто на всех троих, ну, точно на кругу, все вместе схватились, а начала мне вот так вот руки теребить, чтобы я не лезла к ним. Вон он идет. Пошли, это женщина. Если я ее один раз скинула, то что мне нельзя, а ей все можно. Она меня скинула 4 раза. Начинается, хватит, хватит. Не пошли. Не шла. Саша, я пойду купаться. Женя, пошли. Это вы у Дарины спрашиваете? Все тоннели роют. Тут Тома, тут Саша, там София роет. Я хочу Софийку закопать до шеи. А Дарина все-таки Женю уговорила, да? Ушли плавать? Да. Я помню, так, Матвейка еще спит. Настя спросила, говорит, спит? Она говорит, спит. Сейчас придут тоже. Но по песку ходить невозможно. Ноги прямо аж обжигает. Да. Ну, все, Матвей выспался. Настя пришла в море, пошла. Вон там, где розовый. Она там где-то. Там Дарина. Дети. Все. Сейчас накупаются и уже пойдем обедать. Матвея я покормила. Матвейка, пирожка яблочная. Ты так хорошо ешь, всю съел. Сейчас полчаса и кашкой покормлю. Да? Пока мама купается. Ну. С моря прям вылазить даже неохота. Мы перед тем, как Настя пришли, тоже с отцом вдвоем пошли. Саша тоже так долго. Он плавать не умеет, но он на кругу. Часа полтора точно, блин, аж туда далеко. Я уж Дарине говорю, Дарин, иди, он плавать не умеет. Ну там мелко. Все равно переживала так. Он перевернется, еще упадет. Ой, красота, все равно красота на море. Решили тут все оставить. Короче, я снимаю видео, если что, мы потом это заявим, что у нас сперли. Ну, не знаю, вот люди тоже ушли, оставили, пошли. Потому что мы вот тут в кафе пойдем. Вот оно, кафе. Мы пойдем кушать. Сейчас иди. А? Ага. Главное, деньги не оставьте, и все. Ну, все. Мы все в Парео. Там люди вообще в этих купальниках кушают, но мы не раздетые. Да нет, не должны. Вась, мы специально боком поставили, чтобы ничего на море не сдулось. Он взял, поправил. Я придавил. Ты придавил? А, ну все, мы пошли кушать. Потом еще маленечко, наверное, покупаемся. Или не знаю, может домой пойти? Арбуз купим или что? Еще? Да. Я только пришла. А что ты вылезла? Надо было сидеть там. Да все, мам, будем пить до вечера. Буду отдыхать на лежаках. Ну хорошо. Все, не ругаемся. Кто не ругается? Я хочу на вот эту спать. Нет, дома есть. Называется Эльбрус. Здесь на самом деле намного дешевле все. Гарнир по 60 рублей, а утром мы ели. Он был, почем, дочь, он был гарнир? Там. 60.
А, вот, там 90. Вот, представляете? И взяли мы тоже много, и тут на 2000, а там 3 с копейками прям аж. Ну, 3700 даже? Ого! А это не знаю, что-то анапское блюдо какое-то. Наверное. Она сказала, это анапское блюдо. Короче, вот, все, мы садимся кушать. Ой, Томка проголодалась, кушает. А это мне. Захотели сюда батончик брать. София вообще первая. Ого! Классно! Ого! Не страшно? Она наоборот попросила не сильно. Всех она сама экстремалка. Давай поворот. Она сделала поворот, Настя. Сейчас попробую еще. Только шею сделай. Сейчас Офигеть! А мне кажется, будет. Я доброй высоты боюсь, я бы не рискнула. Сейчас полетишь, не переживай. Женя, короче, циклом. Да, через 3 дня. А ей? С наступающим. Спасибо. Послезавтра. Еще один. Давай! Давай, Жень, не боись, я тут. Давай, садинку, Жень. Нет, я не боюсь, переднюю хотя бы. Нет. Страшно, Жень? Ну, не сильно. Я говорила. Ну, сначала, сначала чуть-чуть страшно, ну, если резко, если а так нет. Сейчас сделаю, подожди, вот я ее разгоняю. Сейчас ему потихоньку. Не, я не буду Саша делать. Да придется. Сделать. Вот сейчас, знаете, как сука выпьет? Нормально, сейчас за него отыграйся. Вот! А ты не летает! Если там не на мире, тебе кайф? Мы только что с моря зашли. Народу к вечеру вообще капец. Да, Санек? Я говорю, народу к вечеру вообще. Даже София такая, мы плаваем, она говорит, ого, сколько людей. Фу, хорошо. Прихожу и вижу, как Настя лежит. Я
называется, осталась наедине с двумя дьяволёнками. Закапывайте, да, Настю? Как ты потом выбираться будешь, если они тебя вообще зароют сейчас? Я даже подушечку положила. Ага. А нас папа сейчас там брал, и мы трюки всякие делали, подкидывал нас. Дарина, следи, там мама тебе напишет, когда Матвей проснется. Пойдем домой. Ага, хорошо. Пока помоемся все как раз. Да, потом поужинали, да, сходим? Ну, я думаю, прогуляемся, по рыночку. О, да, было бы здорово. А то сувенирчики надо купить. Конечно. Мне, себе.